Кто такие россияне? Это представители более 190 национальностей. Среди них – адыги. Адыги – народ юга России. По одной из версий, название этноса переводится как «дети солнца». Адыги – коренное население Республики Адыгея, которая со всех сторон окружена территорией Краснодарского края. В России более 120 тысяч адыгов. Абсолютное большинство проживает на исторической родине. Язык адыгов входит в абхазско-адыгскую семью. Некоторые лингвисты считают кабардино-черкесский и адыгейский языки диалектами общего адыгского языка. Среди адыгов распространен ислам суннитского толка. Часть населения продолжает следовать древней религии. Она представляет собой веру в духов предков и верховного бога Тха. Адыги в совершенстве владеют традиционными рецептами приготовления сыра, который является брендом Республики Адыгея. Узнать больше об адыгах можно в проекте «Национальность.ру».